Не-не-не, ребята, я боюсь выбираться отсюда. Я совсем не хочу этого. Там же Влад А3 гигант. Да мы тебе поможем. Ты с ним точно справишься. Ну, и мы как бы тоже. Не, в одиночку мы не справимся. Я справился. Давай, ходи. Чё это они делают? Да он, кажется, с твоим котом в карты играет. А, понятно. Ну ладно, идите отсюда. Я, по крайней мере, тут в безопасности в этой канализации. Карапуз, я не понял, стой, ты чё? Это ж тебе я деньги дал на школьные обеды, ты чё делаешь-то? Стой, ты чё? Кот, давай делись. Влад, это бумага, а бумага это деньги. Не понял, бабки кота, не Влада. Что это было? Кто меня так вырубил, почему голова раскалывается, не пойму. Кажется, я вспомнил, кто это сделал. Эй вы, работяги, вы тут пока строите мой новый город. Я должен кое с кем разобраться. Я не понял, ты что, ему в карты проиграл, что ли? Да, я проиграл ему в карты. Я это, all in сделал. Слушай, я не знаю, что это, я не игральщик в карты. Давай подъем. Короче, я тебе что хочу сказать-то. Давай, пойдем с нами, мы тебя спасем обязательно. Стань смирно. Уважаемый человек, между прочим, перед нами. Согласен, малыш, а ну-ка. Так, не драться, смирно, оба. Я боюсь с вами идти, если честно. Да не дрейф ты, погнали. Я тебе говорю, все будет чики-пуки. Оставляй своего котопеса, и мы с тобой поперли. Ладно, чё, пойдемте. Слушай, малыш, а это не опасно, не? Да, не. Короче, я хз. Мне стало еще страшнее, ребята. Давайте я вам просто путь до моей секретной лаборатории покажу, и вы сами пойдете, а я отсижусь в этом бункере. А, ну давай. Стоп, что ты сказал? Он там, идите в ту сторону. Погоди, стой! Да куда ты поехал-то? Какой еще нафиг секретный бункер, лаборатория, или как ты там это назвал? Идите сюда, за мной. Я вам кое-что расскажу. Что ты меня бьешь? Мне и так досталось за всю жизнь. Пошли. В общем, у меня есть секретная лаборатория, где я и создал этого клона. Влада 2000. Она, короче, там находится. Вы туда идите. А я боюсь, что-то я не пойду. Полетели. Согласен, реально, полетели. Ну, ты запарил уже. Мы тебя спасти же хотим. Ты же вроде нормальный пацан. Ну, давай, соглашайся. А за водочку? Не, я не пью. От это ты правильно, конечно. Тогда на тебе дошика. Давай садись самолет. Стоп. Малыш, у меня есть к тебе один такой вопрос. Какой? А это откуда у тебя самолетик-то такой тут, а в канализации? Где? Короче, давай так. Ты нам покажешь точный путь, и мы тогда сами пойдем. Малыш, иди сюда, на секундочку. А, он там, идите. Да не-не-не-не-не-не-не, стой! Сейчас я с малым переговорю и к тебе вернусь. Стой тут, тихо-тихо, не подходи к нам, не подходи к нам. Дистанцию держи социальную, давай, назад. Пшел он! Ребята, помните, во вчерашнем ролике я вам рассказывал об офигительном конкурсе Лего? Так вот, он уже начался, и вы можете принимать в нем участие. Я вам напомню, что нужно сделать, чтобы принять это самое участие. Вам нужно повторить постройку из Майнкрафта, из любых подручных предметов. Можете даже с ручкой, например, что-нибудь сделать. Или с листочком. В общем, думайте сами. Смотрите, для этого вам нужно... Первое. Сделать любую креативную постройку в самом Майнкрафте, то есть в игре, и сделать скриншот этой постройки. Второе. Повторить эту самую постройку, которую вы заскриншотили, в реальной жизни. Из любых подручных предметов. И третье. Прислать скриншот этой постройки, которая сделана в реальной жизни, мне в любых соцсетях. В Инстаграме, ВКонтакте, в ТикТоке можете на почту прислать. Ровно 8 декабря я покажу лучшие работы. И объявлю самого главного победителя. И еще все подробные условия будут в описании под этим роликом. Заглядывайте, смотрите. А также вы можете заценить офигенные наборы Лего на тему гейминга на сайте Детского мира. Вот он, если что. Там сейчас действуют специальные предложения. Поэтому ссылки на этот сайт я, как всегда, оставлю в описании под этим видео.
чё хотел, Владус? Давай, рассказывай. Да ничего особенного. Давай, короче, мы его попросим, чтобы он нам путь показал. Мы же тоже спастись хотим, правильно? Мы, короче, придем на этот путь и его уже там заставим с нами идти. Нет, я ничего не буду делать, только за лайки. Ох, лайков-то у меня было много до того, как я тут поселился в этом бункере. Сколько? Ну, 1100 на одном ролике-то было. Да у вас столько не будет никогда в жизни. Что сказал? Итак, обращение к подписчикам. Что он удумал? 100 тысяч лайков на этом ролике, и я снимаю подгузник. Ты чё, сдурел? Так, ребята, не-не-не, давайте наберем 110 тысяч лайков и никаких подгузников, ничего такого. Ну, Мора. Я тогда еще шапку сниму за 110. Так, слышь, ты, подгузниковый человек, давай ты ничего снимать не будешь? Я предлагаю просто челлендж. Влада А3, много же челленджев выходит. Вот давай обгоним вместе с подписчиками его ролики, а? Правда, сейчас-то у него больше лайков набирается. Я вам сказать хотел, ваши подписчики не смогут столько лайков набрать, если честно. Это же слишком много. Я просто падаю от таких слов, если честно. Не, ребята, это просто тупо вызов. Ставим лайк сейчас. Еще в комментарии что-нибудь напишите, чтоб знал. Слышь, ты все равно фейковый. У тебя никогда не было столько лайков, вот признайся. Фейковый, не фейковый, а лайков столько было. Ладно, идите туда. Так, ну допустим. А дальше куда? О, ну сейчас подумаю. Ну точно не сюда. А почему? Ну тут как бы сам понимаешь, посмотри, подумай, почему не сюда. Погнали с нами, работяги! Они же как бы вроде сдохли уже. И чё, куда нам теперь? О, сейчас вспомню. Вот сюда. А, ну все, давай тогда пойдем с нами. Дальше-то мы тоже не знаем. Нифига тут лабиринты у тебя. Ну, дальше тут сами. Давайте, я пошел. Бункер, бункер, бункер. Влад, это бумага, а бумага это... Ребята, я с вами. А чё ты там такого увидал-то? Ну, чё хочу сказать. Бежим! Ща гляну, чё там. А вот и я. Ну что, клоны, готовы к битве? Думали сбежать от меня? Привет, парни! Ой, Владус! Так что там? Нам жо... Почему, малыш, я что-то не понимаю. Да, я посмотрю. Нам реально жо... Давай, застраивай! Бегом, 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 бегом! Норм, сейчас проверим. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Нифига не норм, давай, бегом, 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 бегом. Ты-то чё стоишь как вкопанный? Давай бежим, куда, я не понимаю. Стрелки, стрелки, давай по стрелкам. Так, 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 тут вроде... О, проход какой-то. Ну чё, пацаны, где вы? О, точно, мы правильно пришли. А как вы поняли? Я же делал эту лабораторию максимально секретной. Ну тут вообще-то стрелки есть, которые нарисованы, куда идти. Ща уберем. Да какой уберем, за нами и толпа клонов бежит. Давай, бегом, 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 закрывай люк, все отлично. Так, чё, куда, ребята, теперь? Сейчас вспомню. Низкий уровень кислорода. Надеть оборудование. Чё, надеваем? Давай, надевай. О, вообще с кайфом. Все нормально, ребята. Это та самая лаборатория. Заходите. Давай, 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 заходим по одному, по одному, по одному. Ну, тут бункерная дверь, нас точно здесь не должны сломать. Чё-то не очень прочная. Ты дурак. Дверь поставь, дверь мне запили. Так, нормально. А что это за лаборатория-то такая? Стоять! Не трогай это, пожалуйста. Вот стекло прочное. Именно в этой лаборатории я и создал того самого клона 2000. Я не знал, что он станет таким злым. Ты что там делаешь? Я не понял. Ничего. Ну, вроде бы все правильно. Еще чуть-чуть, и я создам лучшего своего клона в своей жизни. Осталось нажать всего лишь на одну кнопку, и он появится. Как же долго я этого ждал! Капец, я смеюсь, как злой гений. Один, два, три! Получилось. Получилось. Я сделал это! Клон, скажи что-нибудь. Да, мой повелитель. О, да. С этим клоном у меня получится захватить целый мир! Нифига себе, то есть мы сейчас стоим у целых истоков. Погоди, а зачем нужно было создавать вообще клона? Хе, какой глупый вопрос. Конечно же, чтобы захватить весь мир!
Эй, алло, кому вопрос-то задали? А, извините, зачем клона-то создавать? Ну, я просто ученый, хотел попробовать. Что-то мне кажется, малой, слышь, он темнит немножечко. Ребята, а что за звуки? Это не я пухнул, я тоже слышу эти звуки. Чё за? Ладно, я. Да малой, не эти звуки! Они доносятся оттуда. Не, ну ребята, 100% вы хотите уже продолжение этой серии. Чтобы оно вышло, вам нужно поставить лайк и подписаться на мой канал прямо сейчас. Тут кнопка подписки, посмотрите обязательно предыдущее видео. Еще у меня есть свой инстаграм, свой дискорд. Обязательно подпишитесь, везде зайдите и будьте вместе со мной на связи. Ссылки я оставлю в описании под роликом. Увидимся в следующем видео, пока!